Приветствую вас на канале Радкайт. Сегодня будет необычный обед. Дело в том, что мы будем играть за мячики, точнее за снежки. Посмотрим, что у нас к Кнобзи и Кьютиконам из этого получится. Погнали. Народ. Слушай, я тут полчаса пытался, чтобы у меня смайлик сверху был. Да. Я, конечно, тоже пытался, но мне он не нужен. Короче, мы будем вот так вот прыгать. Я улетел куда-то. И, кстати, мне опять какие-то спецлойлы предлагают купить. Мы снежки. Еху. Так, в чем прикол? Пока не понятно. Вот здесь кивстейч. О! А что дальше делать? Кататься. Я, смотрите, я залез наверх и упал вниз. А как? Стой. А тут двойной прыжок, по-моему, был. О, пацаны! Вау! Так, подождите, тут читать можно, ребят, почитайте, что там написано. О, пацаны, что это? Какой-то изи. Изи? Я бы так не сказал! Ой, я улетел. О, Кьютикон, здоров. Подожди. Так. Опа! Еее! Это подъемник! Так, ребят, я до зеленого. Я жду. Так, давайте на зеленом встречаемся. Так, Кнобзи подкатил. Кьютикон подкатил. Перелет. Все, погнали дальше. Погнали, бубенчики. Зеленая. Я вас сегодня буду. Блин, у меня чехонки взялся. Все, иди с первого уровня. А чё он не берётся? Веселенькие. Веселенькие снежки. Веселые беленькие бубенчики. Мне нравится, что после чекпоинта можно падать. А чекпоинт не берётся! А зачем он тебе? Кипстейч, придётся. Не. Кнопки, если чекпоинт не берёт, знаешь, что нужно брать? Что? А, скипстейч? Скипстейч, твой лимон. Так, ребят, я уже на лимонной локации. Какая лимонная, у нас тут Гринча еще локация. Может, постепенно? Так, понятно. Короче, у меня есть теория, Кнобзи, на проверьте. То, что надо чекпоинты по очереди. Да! Слышь, нет? Вам вернуться надо просто. Чекпоинт пропустил один, в самом начале, как вылетаешь, там есть чекпоинт. Его нужно пустить, короче. Да-да-да. Точно! Эврика. А я это думаю! Эврика, реально Эврика. Так, ладно, я покатился уже на лимонке. Ля-ля-ля. Слушай, я хочу другой скин. Где вообще Редкэш? Я на лимонном уровне. Какой лимонный? Мы еще на Гринче локации. Юху! Подожди, что это за бубенчики, которые неуправляемые? Опа. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, гипотеза моя провалилась. Я думал, можно просто быстренько пролететь, но не получится. Ух ты, ё-моё, а тут уже будет посложнее, ребятки. О, я Редкэш почти тебя догнал. Тут... Ой, на лимонной локации, ура! Тут как-то надо аккуратненько. О, вообще. Гольфстрим. Я уже на желтой. Я уже прошел. Надо Редкэш обогнать по-любому. Зачем? Мне не надо обгонять. Подожди. Нет. Я не могу, тут слишком высоко для меня. Так, сейчас, Редкэш, я помогу, стой. Подтолкните. Подожди, я не думал. Опа, Эврика, реально Эврика. Ча-ча-ча-ча. Так, у нас разбега как-то. О, у нас разбега получилось. Чак-чак. Мана. Все на мана. Я в игре. Проходи. Я в игре. Я на 28-м, я не могу пройти. Я на 31-м. На 28-й проходить. Быстро. Двойной прыжок пробы. А я не допрыгиваю. С разбега. А я не допрыгиваю, пацаны. Фух, ребят, я на 32-м вас жду. Ну что, на этом ролик заканчивается, кто-нибудь запрыгнуть не может, поэтому всем удачи, спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся. И всем пока-пока. Подожди. Так, а это что? Подожди. Ой, тут, походу, сложно будет. Как это? Проходи! А сюда как наверх забираться? Как так-то? Так, что ли? Подожди, серьезно, а ты последний? А тут можно наверх запрыгнуть? Можно. Давайте, пробуем. Ну я ж прошел. А ты как, через низ или через верх? Я по верху шел. Ну, можно и по низу, наверное, если ты допрыгнешь. Но мне кажется, это сложнее немножко. Я переслушаю клавиатуру Кьюта. Ура, ребята! Ой, что-то я перелетел. О! О! Я уже на трамплине! Жди вас! Ура! Ура! Очуметь сложно так, как Кнобзи. Подожди. Почему так? Давай, да короче. Что это за кал? Да как так-то?
что? У меня клавиатура офигевает уже. Я маленький мячик. У меня весь ролик редката не видно. Да. А мне вас не видно. Как тогда прыгнуть так? Тебе еще хуже, двоих не видно, да? Да. Ну я сейчас немножко дальше пройду и потом... Ну, как ты на эту фигню запрыгнул? Меня перекидывает далеко. Я не пойму, как сюда запрыгнуть. Что это за... О, ладно. Стой. Блин, сложно. Сложно быть мячиком. Здорово, Рэд. Здорово. Ты тоже сейчас будешь мучиться. Подожди. Что-то с точностью у нас не очень. Подожди. У меня на право заносит. Что-то бубенчики у тебя не попадают. Подожди, о! Чего он не берется? Блин, в дырку попасть не могу. Ну какой локации? Все, я попал, я снайпер. Кнобзик, как у тебя дела? На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Да. Погнали. Так, так, получается. Так, нормально. Так, ребят, я вас жду. О. Где Кьютикон? А, он... Вон, ничего себе, он по беспределу проходит. Сбоку, короче, перепрыгивает. Кьютер, ты где? Не, он уже целится, он уже в кружочке прыгает. Целится. Нормально. А, перелет. Изи. Изи-пизи. Здорово, Рэд. Здорово. Че, в дырку попасть вниз надо, что ли, в эту хрень? Тут с одним надо прыжком легче, Кнобзи. Видишь, с двумя перелетает. Да ё-моё. Хотя... О! Ну? А как здесь проходить? Нет! Каточка! Не хочу спать. Кьюти, ты был хорошим шариком. Или мячиком. Давайте каждому шарику имена дадим. Нет! Ого! Рэд, а твоему шарику ты... Кнобзи, как ты это прошел? Там, где по тонкому надо пить. Блин. Я с первого раза прошел. Да. Ну ты... Я тоже прошел. Ой, вот эту ерунду я не люблю, когда перепрыгивать стены надо. Это ладно, прям... короче, как говорится, медленно, но проверен, да? Mm-hmm. Медленно, но верно. Все равно упал. Это же... как? Такой двойной прыжок вот... неправильно здесь. О, нормально. Фух. Слушай, о, ура! Это еще маленькая стеночка. Когда большая будет стеночка, как ее перепрыгивать? Ура, я на оранже! Я серьезно. Йоу. Блин, что-то у меня с равновесием не очень хорошо. Короче, буду медленно проходить, я уже просто... Рэд снайпер! Стою сильно. Есть. Отлично. Рэд, а ты снайпер? Сейчас узнаем. куда падать-то? А куда там? Я не увидел, куда вообще прыгать. О! Подожди. Что-то не подожди, я уровень скипну, мне не хочу это проходить. Нет, ты все проходи, дорогой. Видишь ты, скип. Я не могу это пройти. Я сколько не пытаюсь, я не скипну. А что там? Короче, тут лево-право надо, понял, перекатываться. Все, я прошел. Вот это сложно. Куда влево-право, какую лево-право? Смотри, ты залетишь в рот ему, в этому челику, а потом остановись. Там надо будет аккуратненько спускаться. Какой рот? Во рту, когда будешь, лево-право, лево-право, вперед-назад. Давай, как проходить? Чего у меня двойной прыжок слетает? Я могу понять. Так, а что здесь у нас интересненькое? А как это проходить? Ой-ой-ой. Так, на первую запрыгиваю. Не могу. Сейчас. Давай, блин. На вторую запрыгнул. Как? Вот это было сложно. Физика дает о себе. Ладно, я 20 раз. Ребята, я с вами! А я не с вами уже. И что делать? Да ты. А как ты это прошел? А, скипнул, ну понятно. Я думаю. Да я погнал это проходить, ты че? Соглашусь. А что, скипать можно? За 20 робоксов. Не, это я точно... Я лучше 20 робоксов потрачу, чем нервную систему испоганю. Соглашусь, это точно не для меня. Сложно. Не говори, что вы оба скипнули. Мы не скажем об этом. Мы не скажем, но мы скипнули. Кьютикон, ты что, прошел? Не интересно же так. Кому не интересно? Не, мне нервная система дороже какого-то видео. Я точно там не хочу. Я умру там просто. Я два раза ходил и перелетал чекпоинт просто. Кьют, если ты пройдешь, ты будешь нашим героем. Я перед сохранением сдох. Черт. Ну
что это такое? Я играл на робоксе выкатил. Сколько ты на сегодня робокс видео уже потратил? Там где куда ты прыгаешь все время? Тут надо просто не спеша. Я не хочу так медленно проходить. Ну, умирай. В чем проблема? Так. Я опять буду скипать, я не могу это пройти. Нет, это ты пройдешь, это легкий. Все, я прошел. Фу, 20 робоксов, фу. Так. Подожди. Как это сюда прыгнул? Я на тебя смотрю, думаешь, это я так плохо прыгаю. Да ну, это как-то очень быстро, надо без разгона, короче. По-моему, тут вообще даже двигаться не надо, чтобы добрать. Так, так, так. Интересно, я буду каждый уровень скипать? Судя по всему, да. Кьюти-кон, ты еще там? Да. Или ты уже клавиатуру сломал? Прыгает от резистенки. Ребята, смотри. Вас жалко, зато нервы не сказать. Я же в самом начале долетел до чекпоинта, перелетел его. Вот это самое обидное. Так обидно было. Что это? Я не рад. Не, ну тут легко на первые три. А потом... Опа. Опа! Опа! Да! 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 Я сделал! Я прошел! Ребята, я на 50-м уровне. Я не могу это пройти, это я не знаю. Ну если я прошел, то ты тоже сможешь. За 20 робоксов. Нет, это я прошел. Прикинь, два уровня подряд прошел бесплатно. Мы на 52-м. Мы на апельсинчике. Апельсинчики. А чё он откидывает? Знаешь, когда я вот так говорю, как будто завожу кого-то. Да блин. Заводится. Ой, а что тут упасть можно было? Я вам завидую. А ты где? Я понял, где он. По-честному играть робокс в трассе, да? А ты где сейчас? Ты потрать. Прыгаешь эти стены ещё? Я сделал это. А, ты прошел уже. Ну, там не сложно уже, Кьюти. У меня сегодня было 520 робоксов до съемки. Сейчас 4400. Еще раз, сколько было? 5120, сейчас 4400. Какая хорошая съемка. Слушай, а что тут за прикол? Что, прошли все? Ну, там, да, вот тут что-то какая-то... А сколько тут уровней? Бесконечно. Да? Нет. Нет! Слушай, а тут что-то сложно как-то. А тут есть такая кнопка Skip All Stage? Я просто все хочу скипнуть. А смысл? А в чем кайф? Блин! Не, я больше скипать... Я только толстые стены буду скипать, а это не... Это интересно. Как где-то прошли, а? Кого? 49-й, где перепрыгивает. О! Вот следующий, 54-й будет, 53-й сложно. Да ну что это? Там кьюти-кон, там просто прыгаешь и останавливаешься. Ну то есть... Ага, остановиться бы. Ну да. Ну ты прыгай и сразу назад нажимай. Я не могу это пройти, ну а? Пацаны. Что? Ты не можешь серьезно? Вверх прыгать не умеешь или что? В чем проблема? Боум искатывается. Так, ребят, ну следующий я скипаю тут вообще без вариантов. Ты че, легкий уровень? Не, вот ты увидишь, там три стены где. А чё, как удачи. Ничего не пробовать не работает, а? Удачи, ребята, там... Там уровень для Критикона только. На бессмертного? А вот тут как подняться, эй. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Не знаю. Откуда я знаю? Ну, у тебя разработка. А, нормально, слушайте, мне получилось. Подожди, очень медленно, вот со скоростью дауна. А вот это что? Не получается. Ну что это? А здесь просто катишься. А, тут толстые стены, Ред. Как думаешь, есть смысл их проходить? Я скипнул, я даже не пытался. Нет, а чё, это сам, по-моему, лёгкое. Толстые стены? Сам проходи. Сам проходи, мы такое не будем проходить. В конце, Кнобзи. В самом конце прыгаешь. Прыгай, всё. А вот здесь я не знаю. Кстати, тут подсказка, у тебя написано, что тут делать? Jumping as soon as you are by to leave a ramp will nearly double your distance. Мне кажется, тут не надо пока ничего не лизать. Короче, пофигу, робокс есть. Jumping as soon as you're... Всё, я сдался. Так, подожди. About to leave the ramp will nearly double your distance. Что-то... Ничего не понял, очень интересно. Что-то удваивает твою дистанцию. Чё? Догони пацанов. Ред куда?
Я вообще не понимаю. Так, Ютикон, как у тебя там? 55-й легкий, нет уровень. 55-й? Изи, изи. Изи-пизи. Здорово. Вот здесь мы не можем понять. Тут вообще он что-то... Ну, а прикинь, он сейчас первый раз залетел бы. По идее, как бы, знаешь, типа двойной прыжок. Раз и два. Ред, но так не прикинь, он бы прям сейчас с первого раза залетел. Я бы так сгорел. По идее, когда ты уже начинаешь падать, надо раз и потом второй. Второй раз ты почему-то не прыгнешь. А у меня эта тварь не разгоняется. Двойной прыжок. Да не, не работает. По полям. Сейчас разберемся. Давай. Мы тут уже лицо разбили себе, пока проходили. Так, я хочу еще... Переводчик по фото. Что написано? Прыжки, как только собираешься. О, смотрите, что я делал. Я под рампу залез. Я не знаю, как мне это поможет. Фоткать можно мне? Ты видишь, где я? Снять фото. Ну что ж, ребята, мы не разобрались, как этот уровень проходить. Если вы смогли, напишите в комментариях. Ну и если, конечно же, хотите продолжение, ставьте много лайков, и я запишу следующие этапы в нашем исполнении. Спасибо, что смотрели. Всем пока.